бы встретиться, поговорить. Но Николай Федорович застеснялся и не пошел на эту встречу. Ну, Константин Симонов, такая известная личность, поэт, участник войны. Но человек разный же бывает, да? Он постеснялся и не пошел к нему на встречу. Но поговорить о литературе, о поэзии. Он же его стихотворение прочитал на Всесоюзном радио. Ему понравились его стихи, поэтому он хотел встретиться, раз приехал в Кустанай. И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что за...